Всем привет, ребят! Ну что, настало время сегодня поговорить про относительно новый талант рвения. Многие спрашивают, куда его ставить, кому применять, где применять, что с ним делать. В общем, талант тоже универсальный, в принципе, могу сказать, даже как бастион. Здесь он называется Zealous Drive. Что дает талант? Он дает плюс одну клетку к атаке, увеличивает атаку и также понижает входящий урон. То есть, по сути, довольно-таки универсальный. Он подходит всем танкам. Я покажу сейчас, каким героем можно ставить. Правда, я его не ставлю, потому что есть другие поинтереснее таланты. И сейчас жизнь больше ценится, плюс деф. Атаки и так хватает героям на прорыве. Самое основное. Многие ставят и думают, что герой будет сразу же дамажить, но это немножко не так. Есть такое понятие, как радиус атаки. Недавно все об этом узнали. Скажем так, не все так просто. Давайте я сделаю захват экрана. Вот берем, к примеру, Зефирика, да, вот есть радиус атаки. Вот 10. Радиус, то есть вы должны понимать это. Это, скорее всего, даже не радиус, а диаметр атаки. То есть в одну сторону 5 клеток и в другую сторону 5 клеток. Возьмем зефирку и сейчас запустим. То есть вокруг героя это диаметр, а не радиус. Вот 5 клеток должно быть. Не знаю, сейчас он будет атаковать, не будет. То есть, по сути, если разделить его на 2, получится 5. У нас в битве замков, так, ладно, найдем какого-то попроще противника. Давайте даже на арену сбегаем. В битве замков есть такое понятие, у нас все округляет к меньшему. То есть, если у вас получается 5 клеток, плюс вы поставите этот талант. Сейчас мы возьмем на примере зефирки это все, я вам покажу. Вот смотрите внимательно, откуда он сейчас будет атаковать. То есть, откуда сработает атака. Вот. На ступеньке получается, видите, где он остановился под знаком Y. Ну, так вот, под копьем. Теперь берем. Ставим уровень. На максималку прокачали. Поехали. Надо было еще панчбокса убрать. Вот. Тот же самый вариант, то есть он никуда не делся, то есть он тут же точно так же стоит. Немножко, возможно, сдвиг, хотя вроде и нет, все то же самое. Это плюс одна клетка, то есть по сути у нас ничего не поменялось. Теперь мы добавляем, чтобы добавилось, оно добавляет 0,5, так чтобы вы себе понимали, если пишется и плюс одна клетка, это плюс 0,5 в одну сторону, плюс 0,5 в другую, но все равно сводится все к уменьшению. Теперь делаем еще одну манипуляцию. И есть у нас такая чарка плюс одна клетка. Я помню, как она уже на русском сервере называется. Я уже давно там не бегал, не играл. Вот, поставили. Того у нас получается 10 плюс 2, 12 делится. Равно 6. Поехали. Смотрим, откуда он сейчас будет атаковать. Ничего себе. Посмотрите, какой он злой. Вот, а теперь смотрите внимательно, откуда он сейчас у меня уже атакует.
То есть вот сейчас у меня плюс одна клетка получилась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Даже по плиточкам можно там посчитать. Плюс-минус 6. Вот. Сейчас он у меня получается атакует плюс 1. Вот смотрите, где он. А, блин, я вам так... Надо было по плиткам показывать. Я вам показываю, он уже съезжает в зависимости от того, где камера стоит. А, давайте еще разок тест. Нападем на этого, а потом я все сниму. Думаю, мы его должны затащить. А, не успели. Значит, найдем кого-то попроще. Отлично, по центру. Вот смотрите внимательно на плиточку, с какой он будет атаковать. То есть вот получается раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь вот где сходится заборчик. Вот такая у него зона атаки. Не успел. О, отлично, не успел. Убираем. Убрали клетку. То есть убрали, по сути, половинку. И поехали обратно же туда. Так, смотрим. Смотрите, откуда он уже атакует. Видите, какая клетка. То есть он забежал немножко дальше. То есть уже минус у него пошел. И сейчас мы ему еще урежем чарку, обратно поставим. Хранителя. Вот смотрите, ничего не поменялось. Соответственно, о чем это говорит? Для тех, кто не знает, и тех, кто думает, что если они поставят героя, он будет сразу же бить плюс одну клетку. Сейчас я заберу захват экрана. Это говорит о том, что исходя из того, что я вам показал, у него 10 атаки. То есть у него 10, если вы ему поставите рвение, например, либо чарку, я не помню, как она называется, суть не в том, плюс одну клетку, у него либо то, ничего не поменяется, надо ставить плюс один, потому что оно делится на 2. У нас уменьшение идет, то есть смотрите, если у героя, которого вы выбрали, там 3 клетки, да, там 4,5 дальность атаки, вот это вот смотрите, ему, возможно, второе даже не поможет. То есть надо смотреть внимательно на радиус атаки. То есть это относится именно к этому таланту, потому что многие ставят и думают, что оно действует. Оно по факту может и не действовать. То есть перед тем, как ставить, внимательно смотрите на диаметр атаки, потому что радиус — это частичка, половинка. Так, относительно героев, которые можно ставить. Можно ставить практически, ну не то что практически, 95% героев, в первую очередь танков. То есть, что такое танк, я думаю, вам уже посмотрите топ танков, я показывал. Я вам просто так сейчас по очередности покажу, каким героем можно его ставить, каким героем не надо ставить, потому что оно увеличивает атаку, и некоторым героям оно нафиг не надо.
Вот, например, можно поставить Лиди Лео, можно поставить Гаргулу, даже тому же самому Минотавру можно поставить как варианту Дрейк. Вольт. Ну, Черепу бессмысленно, у него ограничения. Тому же самому Деду. У нее тоже ограничения есть, поэтому бессмысленно. Вот ей можно поставить. Одержимый. Некрос, Рину, Ворожей, если у вас нету топовых. Фрэнк. Ну, есть, конечно же, получше варианты. Поэтому, если у вас надо срочно его поставить, то можете ставить вот этим вот героем. Рассказывать, показывать, я думаю, смысла особо нет, потому что это, знаете, такой вроде как и баст, но и не туда, и не сюда. То есть его можно ставить тем же, кому вы ставите СО, тем, кому вы ставите каменку, это однозначно будет круче, чем каменка, потому что у героя появится атака. Но учитывайте то, что атака не всегда хорошо. Ну, на сегодня тренд пошел на СО, потому что там деф и плюс нормально хп, то есть оно лучше даже будет. Если в зависимости от локации, в зависимости от героя, то есть вариантов очень много, но можете ставить его танком. Тут особо рассказывать про талант, я думаю, смысла нет, потому что это то же самое, что баст, универсальный для всех. Тут сама суть вот этой плюс одной клетки, потому что многие путаются и сразу же ставят, и они не понимают, что оно не всегда работает. То есть для того, чтобы знать, какой радиус там атаки, либо диаметр атаки вашего героя, заходите на Википедию, смотрите английская Википедия по Castle Clash, там все есть в описании героя, то есть есть его дальность атаки, делите это на 2, потому что там показано именно по клеточкам, то есть оно уменьшается 2. Если 7, это у вас значит 3,5. Можете поставить либо чарку, либо талант, и у вас получится плюс одна клетка. Если у вас же парное число, вам надо ставить 2, ну то есть у вас будет парное число определение, вам надо ставить и то для того, чтобы увеличить. То есть вот так вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.